И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки у меня получилось достать одного супер-мега-жесткого нагибатора и записать видос в виде гонки вооружений. Расскажу немножечко подробнее вообще всю эту идею, ну и катать сегодня я буду с Артемчиком. Поздоровайся. Всем здорово. В чем суть? Мне предложили вообще все это дело записать подписчики на одном из видосов в комментариях, написали, чтобы я сделал что-то подобное в виде гонки вооружений, и протестировал и показал два определенных вооружения, это Хорната Жига и Хорната Магнум, то есть сравнил, на чем лучше нагибать и вообще... Как-то посоревновался. Нашел я нагибатора, нашел Артемчика. Сегодня попробуем это дело реализовать. Посмотреть вообще, что из этого получится. Ну и суммируем две катки. Играем, то есть, полноценных два матчмейкинговых боя. Сейчас насчет режима, я думаю, что обсудим, решим. Может быть, это рандом будет, может быть, нет. И катаем одну катку я на Магнуме. Вторую катку Артемка на Магнуме, я на Хорежиге. То есть поменялись потом вооружениями и суммируем количество очков, которые набили. Ну и там уже решаем, кто у нас там нагибатор, кто не нагибатор. Если вам все это дело понравится, то обязательно не забывайте прожимать Лукас. Я думаю, что если на данном видосе набирается 150 лайков, мы записываем следующую часть. Ну и ссылочка там на Артемчика тоже будет где-нибудь в описании. Поэтому давай я первую катку на Магнуме, ты на первую катку на Жиге, дабы я уже потом... Вторую катку понимал, сколько мне надо нафармить. Есть что-то по предпочтениям насчет режима? Хочешь что-нибудь какой-нибудь режем, межем? Мне вообще пофиг. Пофиг? Изи для меня будет все равно. Легчайше? Да. Лучший игрок матчмейкинга? Yes. Да, кстати, я забыл сказать, это вообще-то лучший игрок матчмейкинга, да, по сути. Сегодня мне предстоит очень плотная борьба, не знаю, справлюсь ли я с ней. У меня заданка, короче, на осаду и на доставить флаг, но я вообще, если честно... Думаю, что надо идти какой-нибудь контроль точек или... А хотя... Не, ну быстрый бой это будет несправедливо. Поэтому нам надо один режим. Ладно, тогда захват флага. Дефолтный захват флага, дабы было все честно. Потому что если будет контроль точек, там, ну, уже какие-то такие фармы пойдут не совсем справедливые. Так. Ну, по идее, мы должны играть шоссе. По идее, играть должны шоссе. Поэтому, ну, придется играть, ну, Артемочка. Здесь перепиков. Меня будут сейчас наебать, здесь перепиков нету. Я, кстати, резисты не поменял, блин. Я с голдов еще все оставил, то, что у меня было. И я не знаю, честно говоря. Ой-ой-ой-ой-ой. Что у меня здесь уничтожаю. Будет получаться. Но я надеюсь, что что-то пойдет нормально. Так, Артемочка уже, сука, начинает нагибать. Так это флаги. Так это изи. Да не-не, тише, маленький, тише. Что значит изи? Давай фраги заберу хоть. 4 кода по челику не сдал. Сколько сука. Боже ты мой, он уже увозит. Ну все, до свидания. Овенка хотя бы. Не-не-не, сдохни. Ну дайте ему кто-нибудь, ну по башке, так нормально накидайте. Тише. Давай сюда. Флажочек, может быть? Не, не хочешь? Давай, страхую. Лучший страховщик года, давай. Ну. Сука. Да ну нафиг, ну это уже какая-то жляпа. Ну все даже я сейчас выиграю на шоссе. Да нет, тише. Ничего ты не выиграешь. Халявные флаги эти доставленные. Надо было ТДМ идти, его я забыл. Даже не сдохну сейчас не раз. Дай. В школе расскажешь, как ты любишь говорить. Я, конечно, не артовод профессиональный. Ну это и не так. Ладно, давайте сегодня без отмаз. Что касаемо дронов, мы играем сегодня на защитниках, да, если кто не знает. Дефолтные стандартные дроны. Я поехал. Блин, ну тише, ты надоел, тише, слышишь, тише, Валер? Ну, может быть, ты умрешь уже, не? Не, аптека все появится. Зараза драная. Не, ну тут попахивает провалом года, конечно. Тут уничтожают чисто. Ладно. Просто я еще ни одного не поставил, поэтому он думает, что он нагибает. На самом деле, все плохо. На самом деле все плохо. И надо как-то пытаться увозить. Пока что ничего не получится. 2 минуты только прошло, у него уже 200 опыта! Так, пацаны, надо не сдохнуть. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я, конечно, вот все пока понимаю. Там сдохни, под купом поедь. Да-да-да. Кто там опрокинется. Не, ну я там по 5 опыта на каждого убьешь, накинул. Ты там это всех слей, пожалуйста, я по 5 опыта заработаю. Да-да-да. По 5 опыта будет нормально. Давай. Расскажешь. Да давай, газуй, что ты, слабый, что ли? Не можешь сейчас вперед поехать? Нет. Ух. Нет, все-таки шаф прилетел, но 0 урона. 0 урона прошел. Ха, изи катка.
Ну, это если получается минки стоят много. Не, ну я считаю, что Артём, ну, не по справедливости вообще, если честно, играет. То есть, ну, как-то, ну, некрасиво делает, так нагибает что-то всех. Сказал, мне отцу не сдохну, но сдохну. Провал. Чё? Я выстрел дал, в 0.5 улетел. Хорошо, хоть меня быстро слили. Ну, так ты ж такой. Шалобок. Ну, тише, всё, Артёмочка, ну, вот позвал записать видос, меня тут унижают теперь. Ну, я в шоке, блин. Да, еще потом записывай эти видосы, блин, с кем-то. Сидит, унижает. О, это нормально, можно только а, не буду, без плохих слов можно. Будет вообще ну, неплохо. Верните флаг. У, сука, такую залепил, просто как дол. И слился. Ну, по киллам все как бы одинаково. То, что он эти два флага поставил, это, конечно, ну... Нажите, да. Некрасиво да, было, конечно. Да это халява, чистая халява, что ты увез эти флаги. Надо. Ты же мог ничего не увезти, правильно? Если бы... Ну, если бы я был бы нагибатором, было бы все неплохо. Если б... О, хорошая такая залетела, родная моя. Еще одна. А, сука, ну этот... Магнум, конечно, сплэш этот урон, когда... Ой-ой-ой, что я сделал? Ой-ой-ой, подожди, молодой. Блять, вот... Давай, газуй, блять, пожалуйста. Ну-ну-ну-ну-ну. Нет. Кто-то там бьет мне в спину и не может попасть. А кто это? Хороший. А, это вулкан. Блин, там... О, так там флаг надо вернуть. Ну, верни, пожалуйста, кто-нибудь. Ну, Артём, надо возвращать. У меня 0 хп. 0 хп, надо вернуть. Я еду тут. Давай. Тиммейт, пожалуйста, верни. О, хорош. Лучше. Изи, пошла, родная. 3-0. Ведем. Так, отрыв, конечно, ну, не сказать, что большой. Но... Ну, не совсем приятненький, я бы сказал. Не совсем приятненький. Не надо уже кучу нажимать, пацаны. Не совсем приятненький. Ты что орёшь? Не ори. Ух. Да чё меня опять убили? Ну нет. Да, ну, о, 2 минуты, так, ладно. Собрались, соточка. Всего лишь 100 опыта разница, всего лишь 100. Я тебя не бью. На, в башку ему. С овердрайвом он катается, думает, что нагибает. Как Артёмка думает, а на самом деле... На самом деле не тянет. О, хороший выстрел попал, только что. Что там, как у тебя дела? Еще плюс двоих. Еще плюс одного. Так, не, ну это крыса. Взял, скрысил морфлайн. Я, блин, всех раскидал, он взял, скрысил. Не, ну слейте его только. Ну, чтоб он еще поставил, это мой скрысенный, мой флаг. И он его еще поставит? Я убивал их. Это изи получается. Да. Ставлю все, короче. Все. Без билета. Я в шоке. 200 опыта отрыва. Это мне на жиге надо будет, получается, 200 опыта отрыва сократить? Это ж невозможно. Я ж не смогу. Я ж... Не, ну убить. Хотя бы фраги у него подтырить надо, а то иначе это вообще провал. Ай. О. Пошли. Это что получается? Фраги, может быть, сейчас подъедут? Блин, давай. Не получится у тебя. 3200 арта выдает, у челика 0 хп остается. 0. Просто 0. Это получается провал. 40 секунд. Если я сейчас увезу флаг, будет отрыв минимальный, и я на второй катке камбэкну. Просто закамбэчу. И у меня все получится по бомбочке. Просто по бомбочке. Как у меня есть сетей, расскажешь. Пожалуйста. Школе расскажешь. Нет. Поехал. Да он еще и увозит. Что там, 200 опыта, ты сейчас будет побольше. Так, а там выстрелила Томас. Ай, ты кай, мама! Так, записываем. 715. 455. Итого. Сколько отрыва, Артёмочка? 6 на 6, 32. Куда-то мимо. Ты какой калькулятор? Зачем тебе калькулятор? 250, боже ты мой. 260. У меня... Да. Переодеваемся. И газуем следующую. Вот сейчас уже будет вынос. Только сейчас не будет шоссе какого-то, Артёмке будет нормальная карта. И будет все гораздо... Гораздо хуже будет. Ну ладно, ничего страшного сейчас. Сейчас. Ну что за карта? Ну вы рофлите. Ну какой Вольфенштейн? О, так это изи получается. Так это вообще, ну какая карта? Какой Вольфенштейн? Мы, кстати, в предыдущей катке от Магнума было где-то 3-4 реза.
Сколько у тебя там было резов? Наверное, мало, не? Не знаю. Не смотрел? Я не чувствовал. Не чувствовал? Ну, если ты не чувствовал, то я зацепился за стенку, и какой васп забрал у меня флаг. Ну, это ужас. Я зачепился за стенку. Ну, получается. Ну, получается, мой опыт уходит другому челику. Мой тоже... Не-не-не. Мой. Не-не-не. Извини, конечно, друг ты мой хороший. Но получается... Получается, что? Фраг надо забрать. Без урона! Давай, ну пожалуйста, пожалуйста. Е-бой. У меня хп нет. Так, я на конвейере, давай быстро. Флаг, а, там размен. Там все плохо. Так, ну знаешь, чтоб Артемчика нагибали в этой катке, я считаю. Если его просто нагибать не будет. Не, ну вот, не конечно, хочу. Может быть и все будет неплохо. Если мы пойдем вернем флаг. Артемка, там надо флаг вернуть. У меня надо. 0 хп. Я не знаю, как это сделать. Там минус впереди есть еще, аккуратненько. А, хотя не, я верну. Тут бот какой-то на магнуме вообще просто ботило развалил. И у меня есть овердрайв. Надо. Что нам надо, Артемочка? Нам надо сократить 250 отрыва. Тогда будет все неплохо. Расскажу, конечно, Артемка. Только вот не знаю, кто кому что рассказывать будет. А он опять увозит флаг мой. Не, ну вот этот захват флага, твой. Конечно. Эти твой. Флаги возят, конечно. Ну это ужас. Крыса. Ну ладно, не крыса, но... Ну как-то получается все очень, очень некрасиво получается. Я не таскаю, качаю. Это кто? Ты там поставишь? Быстрее давай. На конвейере стою. Да сейчас поставишь. А, так, ну... Отрыва, конечно, мало. Мало отрыва. Я даже не знаю, честно говоря, как я вообще это буду сокращать. У тебя нет отрыва, если что. Так скажем. А, не, ну сейчас будет. Отрыв-то сейчас будет. Блин, какая-то вообще катка нулячая попалась. Ты посмотри на счет. 9-0, 6-0, 4-0. Все в нули выкатывают. Пациков против. 50 отрыва. Мне надо еще 210. Не, ну это... Ну можно, ладно, потеем. Можно. Главное, чтобы крита не было. Там еще овер по центру падает. Надо овердрайв? Хочешь овердрайв? Надо. Хочешь овердом? А че так мало? Ну ладно, как хочешь. Походу. Как хочешь, Артемочка. Я тебе предлагал целый овердрайв. Чит! А ты флаг ведешь? Не-не-не-не. Серьезно ты? Уже не я. Фух. Я уж думал, если ты, то все, текай из города, Ярик. Я уже думал, собираю вещи. Собирай пакет. Ну, либо пакеты, там уже как карта ляжет. Может и пакеты пойдут, я не знаю, что там пойдет, а у меня фраги идут. Давай, быстренько. Главное, чтобы он сейчас овер не прожал. Отлично, великолепно, замечательно, бомба. Так, и пока. Текай из города. Это последний флаг? Блин, отрыва нет. Ну, блин. Не, ну это что получается? Получается, опять лучший игрок матчмейкинга меня выиграл. Бля, ну надо правила, значит, думать такие, чтобы я выиграл. Ну и тут в плюс 125, итого Артемочка выигрывает на 130-140 опыта. Что можно сказать этим? Можно сказать в сравнении данных двух вооружений, то что все же Жига является более нагибаторской и более приоритетным. Но это исключительно из доставленных флагов, потому что, ну по сути, и на шоссе, и на данной карте... Могло быть все совсем по-другому, если бы, например, на шоссе я бы ставил флаги, Артемочка там бы не ставил, и тогда можно было бы рассуждать все это дело с другой стороны и говорить, что, например, там Магнум себя лучше показал, но по сути данные два вооружения в матчмейкинге на данный период времени в данных двух боях показали себя как полноценные нагибаторские, и по сути, если исключить те доставленные флаги, то примерный опыт, что у меня, что у Артемчика, был бы одинаковый. Правильно? Наверное. Ну, конечно, наверное, Артемочка. Но сегодня, если у нас рассматривается соревнование, победил Артемчик, он же победитель матчмейкинга, он же нагибатор. И если вам понравился данного формата видеоролик, потому что он выходит впервые, такого еще никогда я не делал, такого не было, то поставьте на него лайк обязательно. Также не забывайте оформлять подписочку на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также... Подписывайтесь на данного нагибатора, на игрока, который называет себя лучшим игроком матчмейкинга. Он сейчас на протяжении практически каждого дня стримит. Видосы, конечно, там никакие не записывает. Ну, может быть, у него там получится, что-то пойдет.
Подписывайтесь на него, ссылочку на него оставлю в описании. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.